С началом неспровоцированной войны России против Украины мифы о непобедимости российской армии растаяли как дым. Страна-агрессор крайне истощила свои ракетные войска, теряет целые танковые армии и несет значительные потери в тактической и стратегической авиации. Да и грозный военно-морской флот не способен привлечь к боевым действиям в полной мере. Одни корабли уже потоплены или повреждены, другие не пропустила через Босфор Турция. А единственный авианосец, адмирал Кузнецов, не скоро спустят на воду. Об этом рассказали в разведке Украины. О бумажном флоте Российской Федерации наш следующий сюжет. Свой военно-морской флот Российская Федерация получила в наследство после распада Советского Союза. Он долго оставался гордостью диктатора Путина, который тот пытался устрашать весь мир. Российские корабли базируются в трех морях и двух океанах. Балтийский флот в Калининграде, Северный в Североморске, Тихоокеанский во Владивостоке. Каспийская флотилия разместилась в Астрахани, Махачкале и Каспийске. Ну и, конечно, Черноморский флот во временно оккупированном Севастополе. Но так ли страшен зверь, как его малюют? Как минимум, не настолько неуязвим, как были уверены россияне. Этот факт стал очевидным после потопления флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Кремль до сих пор не признал его уничтожение Украиной, страной, даже не имеющей собственного флота. По официальным данным Генерального штаба Украины, Россия с начала полномасштабного вторжения в Черном море потеряла 17 разных судов. Это включая ту самую Москву и корабли меньших размеров. Новочеркасск, Цезарь Куников, Василий Бех и Всеволод Бобров. А вот восполнить свои потери россияне не могут. Турция не пропускает военные корабли страны-агрессора через пролив Босфор. Военное морское подкрепление ожидало разрешения больше 10 месяцев со 2 февраля 2022 года. То есть по планам россиян корабли должны были прибыть в Севастополь за неделю до начала полномасштабной войны. Но в итоге эскадра, которая должна была принимать участие в нападении на Украину, вынуждена вернуться на место базирования. Не имея возможности использовать корабли для захвата побережья и территории, россияне просто решили атаковать Украину ракетами. Но и здесь репутацию российского флота в скорости слегка подмочили. Порт Севастополя нагло, как утверждают сами россияне, атаковали морские беспилотники. И снова шок. Не потерян, но получил значительные повреждения новый флагман – адмирал Макаров. Уже в этом году на подкрепление российской армии должен был прийти единственный авианосец – адмирал Кузнецов. Но, как заявили в украинской разведке, доплывет он не скоро, ведь находится в аварийном состоянии. В Главном управлении разведки Минобороны сообщают, что крейсер находится в судоремонтной верфи в Мурманске и при этом не способен перемещаться своим ходом. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние адмирала Кузнецова в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет. Интересно, что этот авианосец был собран на Николаевском судоремонтном заводе и спущен на воду в 1985 году. После распада СССР он должен был оставаться в Украине. Но россияне, воспользовавшись моментом, увели его в декабре 1991 года и передислоцировали в Мурманскую область. Адмирал Кузнецов – единственный авианосец, который способен войти в Черное море. Согласно Международной морской конвенции, не пропустить его Турция может только в случае объявления войны России. Между испытаниями и регулярными ремонтами россияне задействовали адмирала Кузнецова в сирийской кампании с ноября 2016 по январь 2017. На его палубе размещалось около 40 самолетов и вертолетов, которые на протяжении 2 месяцев активно обстреливали территорию Сирии. Особые чувства испытывали мы, ваши земляки. Это были простые, сильные и понятные чувства. Чувство гордости. За то, что где-то там далеко наши ребята готовы вступить в бой. В бой за наше счастье, за мир на всей земле. За то, чтобы беда, пришедшая в Сирию, не подошла бы к нашему порогу.
За 2 месяца адмирал Кузнецов потерял как минимум 2 самолета – МиГ-29 и Су-33. И уже став на модернизацию после участия в сирийской войне, продолжил страдать от неудач. Суммы на его ремонт запланированы огромные. Сначала это было 800 миллионов долларов, потом увеличились до 1 миллиарда. В октябре 2018-го на 82-м ремонтном заводе в Мурманске затонул единственный плавучий док, который мог принять на ремонт корабль таких размеров. Тогда упал кран и повредил авианосец. А еще были пожары во время ремонта в 2019-м. И вот уже в конце прошлого года новые беды свалились на судно. При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы серьезно пострадали от коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что означает невозможным детальное обследование корабля изнутри. По данным украинской разведки, российские военные и судоремонтники перекладывают вину за состояние авианосца друг на друга. Так что никто не называет даже приблизительных сроков, когда адмирал Кузнецов сможет вернуться на службу.